я начинаю реконструкцию вот этого дека. Сейчас он выглядит пока в упрощенном варианте. Изначальная задумка подразумевала здесь сделать небольшой навес, но пока это декорировано вот такими решетками, что составляет как будто бы часть домашнего интерьера на улице. И сейчас я это все начну превращать и осуществлять свои задумки. Для этого у меня есть вот такие решетки. Это составные части для беседки. Я их сгруппирую, и они станут основой реконструкции. Вот так выглядит промежуточная стадия этого проекта. На углах появились такие решетки. Сейчас я добавлю их еще одной секции. И потом уже буду переходить к деревянным работам. Вот и завершился еще один проект, который задуман был по благоустройству нашего дека. Сейчас вот такая беседочка, арочка. Домашний театр организовался у нас. Сегодня мы повесили шторы. К Лениному дню рождения мы повесили вот эти вот цветочные горшки. И теперь у нас вот такая вот замечательная домашняя уютная обстановка. Так вот это выглядит снаружи. Все материалы были приспособлены из старых беседок. И в результате вот получилась такая чудесная конструкция. Сейчас торжественный момент повязывания ленточек, чтобы это все ветром не уносилось вдаль светлую. Самый главный подвязывальщик. Вот. Ну и после чего это примет совершенно законченный вид.